Усю разнастайнасць музычных адценняў немагчыма ўявіць без існавання народнай музыкі, бо яна і ёсць аснова. Традыцыйныя матывы, рытмічныя гукі і талент. 85 удзельнікаў пазмагаліся за першыя месцы ў розных намінацыях. Для таго, каб выдзеліцца і запомніцца, давялося пастарацца. Ацэньвалі выкананне масцітыя суддзі. Для кожнай катэгорыі асобны склад журы. Тры намінацыі – баян-акардэон, цымбалы і домра-гітара-балалайка. Третий этап 9-го республиканского открытого конкурса исполнительных народных инструментов имени Иосифа Жановича. Это один из самых значимых конкурсов в Республике Беларусь. У него многолетняя традиция. Вот он когда был международным, сейчас он открытый. В принципе, для иностранных участников тоже нет запрета. И этот конкурс поддерживает как раз-таки традиции исполнительства на народных инструментах. Самая многочисленная номинация – баян-аккордеон. Также к нам приехали дамристы, балалайшники, цимбалисты и гитаристы. У гэтым годзе, нягледзячы на вялікую колькасць удзельнікаў, маштаб конкурсу саступае леташнім спаборніцтвам. У сувязі з эпідстановішчам прыйшлося падзяліць патокі выступоўцаў, былі абстаўлены тры асобных залы, а таксама давялося абысціся і без гледачоў. Але на атмасферу конкурсу гэта ніяк не паўплывала. Конкурс праводзіцца ўжо шмат гадоў. За гэтыя гады яго ўдзельнікамі станавіліся тысяч таленавітых і зацятых рабят, музыка для якіх гэта цэлае жыццё. Дарэчы, у дзіцячай музычнай школе запыт на навучанне менавіта народнай музыкі значна падрос у апошнія гады, што не можа не радаваць. Сёння расце патрэба ў самабытным этнічным выкананні. Хотелось бы, чтобы традиции музыкального исполнительства на народных инструментах у нас жили. Это наши традиционные народные инструменты народного оркестра. Без них немыслимо и белорусская музыка, и вообще мировая культура музыкальная. Поэтому мы всегда очень рады, что такие конкурсы проводятся, что эти традиции живут. Вот. И отрадно, что у нас очень много малышей на этом конкурсе. По младшей группе у нас самое большое представительство во всех номинациях. Это значит, детки будут учиться, играть, и эти традиции будут жить. Былі подведены выники. Пераможцы выступить у наступном этапе конкурсу, який отбудется уже у красавіку.